Дагестане задержан мошенник, обманувший женщину на сумму более 1 000 000 рублей. Подозреваемый обещал ей найти без вести пропавшего сына. Подробности в нашем сюжете. Он представился генералами и обязался вызволить сына из тюрьмы. Мошенник сам нашел свою жертву, жительницу Дербента, узнав, что ее ребенок пропал без вести. Он сообщил женщине, что ее сын находится якобы в одной из колоний Кемерово. За свои услуги он попросил ни много, ни мало 1 000 000 рублей. Меня он все время обещал, говорил, что он нашел моего сына, что он сидит в Кемерово, что он едет, что ему сейчас нужно, что ему документы сделает. Для убедительности своих слов недогенерал показал смонтированную фотографию с ее сыном и убедил ни в коем случае не обращаться в правоохранительные органы. Получив от потерпевшей деньги, преступник перестал выходить на связь. Начал требовать и давить на меня психологически, мол, чтобы я никаким следователям, никаким уголовным розыскам ни о чем не говорила. Ну, в общем, морально меня он подготовил так, чтобы я ни слова, и он сам все один сделает. Женщина, предположив, что ее все же обманули, решила обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли мошенника. Им оказался 42-летний житель дагестанских Огней. В отношении подозреваемого в совершении мошенничества гражданина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество совершено в особо крупном размере. В настоящее время он заключен под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Лжегенералу грозит до 10 лет тюрьмы. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Дербент.